Уважаемые друзья, казалось бы, совсем недавно, всего 18 лет назад, мы ввели в традицию проведения вот таких вечеров. Кто-то был на первом, кто-то еще 18 лет назад, а кто-то сегодня на своем первом. И дай Бог, чтобы на его 18-м мы все вместе с вами собрались для того, чтобы поздравить наших юбиляров. Юбиляров с очередным юбилеем каждого. Мне хотелось бы, естественно, пожелать каждому, кто находится в этом зале, здоровья, того, что будет здоровье, и мы с вами будем посещать интереснейшие, удивительные места, мы будем ходить в походы, мы вместе с вами будем завидовать тем, кто делал вот эти отчеты, завидовать, что они были там, а они будут завидовать, что мы были в других местах. И таким образом, каждый год в декабре месяце мы будем друг другу завидовать и радоваться друг за друга. Мне хотелось пожелать удачи, всего самого наилучшего. И сегодня я с огромным удовольствием в подтверждение и сохранение традиции липецкого туризма вручаю вот эти сертификаты и благодарственные письма Башмакову Владимиру Петровичу. Башмакову Вячеславу Ивановичу. Меренкову Виталию Кузьмичу.